В Слободе 27-летний многодетный отец избил свою беременную супругу за день до рождения 5-го ребенка, а затем угрожал ей убийством. Сейчас семейный тиран арестован, ему грозит срок. У 27-летнего жителя Слободзе Руслана Бардыша теперь есть все шансы встретить свое 30-летие за решеткой. Фигурантом уголовного дела Руслан Бардыш стал еще 13 октября нынешнего года. Накануне 8 октября Руслан Бардыш избил свою супругу. Бил по голове, телу и лицу. Уже на следующий день супругу доставили в родильное отделение, где она родила 5-го ребенка. Уже тогда врачи обратили внимание на то, что на лице у женщины гематомы. Они сообщили об этом в милицию. И супруга рассказала, как все было, и на Руслана Бардыша завели уголовное дело. У многодетной матери судмедэксперты диагностировали перелом нижней челюсти. Такие травмы классифицируются как небольшая тяжесть. В отношении Руслана Бардыша была избрана мера в виде подписки о невыезде. Но уже 28 ноября Руслан Бардыш снова избил свою супругу и требовал от нее изменить показания. Однако на этот раз Бардыш не просто избил супругу, а еще угрожал ей убийством. Безусловно, женщина испугалась и обратилась в милицию. Бардыша арестовали. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Юрий Чинявский, Леонид Мастак, ТСВ.